Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чаранодаям Гопиджана Самайоктам Бриндаванам Манохарам Ванчакалпатарувашьякипасиндвевачу Патитанам Павунебхьо Вайшнавебхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Лангхайте Гирим Яткипатамахам Ванде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеббхай Пиявай Кешавасачу Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Нарам Чайва Нароттамам Девим Сарасватим Вясам Тато Джайо Мудирай Санкетане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамадакша Джагод Баруна Дхейям Сада Паривабхагна Мавишчадухам Тетас Падам Сива Веранчанатам Сараньям Бхитатихам Панатопала Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарна Рубиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатай Биспуриджита Кимапикабуваду Свадарш Пурнану Рагара Сасагара Сарамурти Сарадхика Майкада Кипакаруш Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Аджануламбита Буджоу Канака Бадату Сангитаной Кабитару Камала Ютакшу Вишам Бару Дижа Бару Джугадхар Мопалу Банде Ягат Приякару Каруна Батару Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Зураир Вандито Дибба Рупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитам Бхавану Рупен Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманаṅга Мадапухарам Варанаси Пурапати Бхаджавишванатам Вагиша Джаша Бадане Лакшмир Джаша Чавакшаши Джасястиде Самбир Вам Нишинга Махам Бхаджи Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари.
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nikilo bhuvana maya chinna bichinna karti, bibudo bahulo megyam mukti mohanto datri, shithilito vidhiraga radha radheshadhani, bilasatu hridanitvam, Bhakti Siddhanta Bani, Bilasatu Hidinityam, Bhakti Siddhanta Bani. Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Jagadguru Prabhupada. Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что подлинный проповедник, подлинный саду, подлинный ачарья Вайшнав, оно это его особенность, их особенность в уникальном настроении служения. Шрила Прабхупада сказал, что подлинное настроение ачарьи вайшнавов – это их настоящее желание служения во всей их жизни. Мы говорим об очень чувствительной теме, которую очень тяжело понять, но мы должны понять, без которого эта заразная болезнь может распространиться по всему миру. Если мы поймем Шрилу Прабхупаду, то тогда мы поймем Гурангу Махапрабху. А если мы поймем Шрилу Прабхупаду, то мы сможем понять Кришну и всю Гурваргу, всех Госвами, Шрилу Бхактивинода Такура и все остальное. Это должно случиться. Почему Шрила Прабхупад говорит об этом? Это уникальная сиддханта. Мы должны принять это. Не приняв эту сиддханту, мы попадем в ад. Почему? Какие-то ученики Шрилы Прабхупады можно видеть, они как-то деградируют. А почему? Кто-то из них, даже до сегодняшнего дня, они заявляют, что следуют Шриле Прабхупаде, несмотря на их деградацию. И вот они все равно заявляют, что они находятся в наставнической преемственности Шриле Прабхупады, но их действия говорят о противоположном. Как Шрила Прабхупад говорил, что иногда Агасур, Бакасур, Путана, они все хотят доказать, что они находятся вместе с Кришной, что они в группе Кришны. Вот Агасур, Бакасур, Парламбасур, все они всеми силами пытаются доказать, что они с Кришной. Но в итоге их действия, они говорят об обратном. И таким образом, если мы не глупы, если мы можем сконцентрироваться на лотосных стопах Шрилы Прабхупады, то я обещаю вам, что все решения вы найдете, но я не знаю, я знаю, вы не верите моим словам, но все решения вы можете обрести. Естественно, если вы готовы принять Шрилу Прабхупаду всем сердцем, его сиддханту, его вичар и все остальное, мы не можем ожидать. И вот сейчас наш баджан, он очень научен под руководством Шрилы Прабхупады, и никто не сможет обмануть нас, если мы получим милость Шрилы Прабхупады. И это мы должны делать. Это очень тяжело, но мы должны получить его милость. На самом деле, Агасур, Бакасур, Парламбасур, Путана, они все пытаются доказать, что они в группе Кришны, но мы видим, что их эти действия
говорят об обратном. И вот также кто-то может заявлять, что они находятся вместе с Шрилой Прабхупадой в его учении, но их действия говорят об обратном. И поэтому Шрила Прабхупада, Бхактивинода Тхакур, сказал такие слова. Хотя внешне можно видеть, что кто-то наш отец, друг, жена или сын или еще кто-то, но все же Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, если они отвернулись от Кришны, то мы должны прекратить всякие отношения с ними. Я вчера говорил об этом, но не все помнят. И вот первый шаг в баджане – это избавиться от всей асатсанги. Даже запаха асатсанги не должно быть в нашей жизни, и тогда мы можем говорить о себе как о гаудиях. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он говорит нам, что если они против Гуранги Махапрабху или против Гуру Вайшнавов, то мы должны... прекратить всякие отношения с ними. Если мы, например, увидим, что наш гуру против Гуранги говорит какую-то ересь про него, то мы должны оставить такого гуру немедленно. Питамаха Бишма, он сказал такую простую сиддханту. Те, кто не знает, что делать, что не делать, даже такого основного не знает. И Гуранги Махапрабху говорит Санатане Гасайе: «О, Санатан, что делать, что не делать?» Мы должны от шастры получать наставление. Что делать, что не делать, мы все указания должны получать от авторитетных шастр, но те, кто не следует шастрам, но говорит, что он гуру, и его действия не говорят об этом, то главная проблема в чем? Я говорил громко, как собака, все время, то, что мы должны проповедовать о гуру татве всему миру. Если обычные люди могут понять в один день, что это гуру татва, то тогда никто не может обмануть их. Но мы занимаемся чем-то другим. Шрила Прабхупад снова и снова говорил, что мы должны говорить о ашрая, ашрая татве. И тогда автоматически мы сможем войти в эту глубокую философию, вся сева, вся сиддханта, но мы, к сожалению, стремимся к расалиле. Шрила Прабхупад, он всегда говорил об этом, и в этом уникальная особенность Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад говорил, что мы должны говорить об ашрая виграха татве. Если какой-то ачарья обманывает вас, он может запросто это делать, если у вас есть какое-то материальное вожделение, пассивная кама. Шрила Прабхупад говорит, пассивная кама более опасна, чем такая активная кама, поскольку пассивная кама, она не может дать вам понять, что она есть, и она как рак, которая съест всю вашу жизнь, и вы не сможете находиться на пути баджана. Она как это скрытое вожделение, как рак, который так незаметно съедает вас. И Шрила Прабхупад говорил, что мы должны избегать асатсанги. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, и даже если это наш отец или гуру или мать, мы должны прекратить отношения с ними, если они против Гуранги Махапрабху, иначе как мы можем совершать Кришна-бхаджан. И вот сейчас суть в том, много преданных спрашивают этот вопрос, как понять, кто подлинный, а кто нет. А я говорю, что вы сами должны стать подлинными. Это ответ Шрилы Прабхупады. Если вы искренне, по-настоящему,
Если у вас нет никакого лицемерия, то автоматически вы получите божественную помощь. И вот Шрила Прабхупада, он дает намек. Вы можете посмотреть на их действия, если вы увидите, что они против чистых гуру вайшнавов, их сиддханта, если вы поймете их действия. Кто-то говорит о себе как о великих гуру саваков, но доказать они этого не могут. Если вы получите милость Шрилы Прабхупады, то увидите, что такие люди, которые заявляют, что они следуют Гуру Варге, но сами делают все наоборот. И как можно говорить о таких людях, что они ачарья, что они находятся в наставнической преемственности? И вот Шрила Прабхупада говорит, по их действиям вы можете определить, если вы искренне, то вы сможете все это определить. Автоматически вы поймете и увидите, что они против Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. Как пример, некая экс-миссия говорит, что она находится в линии Шрилы Прабхупады, в его учении, но их действия не говорят об этом. Я свидетельство могу привести. Если вы находитесь в учении Шрилы Прабхупады, то как это возможно, что вы опубликовали какую-то книгу, которая против, выступает против Гауди Матха, написанную этим Винодом каким-то и каким-то Васу? Они против Шрилы Прабхупады, против Сидданты Гауди Матха, и Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж очень жестко говорит, что не все могут даже слушать это. Но я ученик Шрила Кешава Госвами Махараджа, и как я могу в этом случае менять свою сиддханту? И вот Махарадж говорит. И вот они даже готовы убить Гауди Матху, но они не знают, что это невозможно. Они пытаются различными способами как-то навредить Гауди Матху. И те, кто настоящие Гауди, они, изучая книги, увидят, что не против Шрилы Прабхупады и Гауди Матху. Но все же, после того, как Шрила Прабхупад ушел бы, в 1937 году все же, и вот даже через 10 лет и через 40 лет можно увидеть, что когда это они опубликовали, и если они были за Шрилу Прабхупаду, то почему они публикуют книги, которые критикуют Шрилу Прабхупаду, его учение, его Гауди Матхи? И если такие люди, если слепы, они не могут понять этого. Если у вас нет искренности, вы слепы, как вы можете понять? И поэтому вчера я сказал, как Прохлад Махарадж говорит. И вот он говорит, что слепец не может вести другого слепого человека, но мы видим, что слепые доверяют таким же слепым, как они. Массивная проповедь вайшнава таттвы и гуру таттвы – это очень важное, срочное и необходимое. Каждый преданный должен понять. Эту гуру таттву я уже говорил много на эту тему. Но кто заинтересован, слышал, вчера я также сказал вам, чтобы изучить эту философию, вы должны развить ваше чувство и должны прочесть вот эту статью Гуру Севак. Вот статью на английском Махарадж написал, даже на бенгали написал, и на английский перевел, опубликовано будет вскоре. И вот вчера связь плохая была, Махарадж не мог закончить мысль. Today's discussion that
Acharyaship, Acharyaship and Prabhupada. И вот сегодняшняя тема о том, что Шрила Прабхупад говорил о Ачарье. И как мы можем принять те вещи, которые говорил Шрила Прабхупад. И вот мы хотим понять то, что говорил Шрила Прабхупад о Гуру Таттве. И вот я хочу начать с того, что Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что кто гуру, тот и вайшнав. Кто вайшнав, он гуру. Гуру значит ачарья. А если кто-то вайшнав и не гуру, не может быть такого. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, тот, кто вайшнав, вайшнав значит совершенный вайшнав. Кто такой вайшнав, он гуру, а кто гуру, он вайшнав. И кто такой гуру, он же ачарья. Я много раз говорил об ачарье таттве и прочем. Если вы поймете, то тогда вы можете развить ваше сознание постепенно. Вчера я говорил об одной шлоке из Катху Упанишат. Вот об этой шлоке сейчас. И вот говорится о очень запутанной атма-таттве, атма-вигьяне, бхагават-таттва вигьяне. Мы должны иметь терпение и служить чистым гуру вайшнавам, слушать их харикатху, и постепенно мы поймем. И вот атма-таттва настолько сложна и запутана. И вот это из Бхагавад Махапураны Аджамила, про Аджамилу, вот эта шлука. И вот, не получив полную милость гуру вайшнавов, вы можете показать хотя бы один пример, кто достиг успеха. Хотя бы один пример покажите. И вот Ямарадж, великий Махаджан, он говорит, что эта таттва очень гухьям, она сокровенная. Вишудхам. Она чистейшая. И в то же самое время дурбодхьям непостижима. С помощью власти, образования или еще чего-либо нет никакой гарантии, что мы сможем войти в этот трансцендентный мир. Если вы силой заходите туда войти, то ваши попытки, они будут остановлены. И какое-то наказание вы получите. И поэтому, чтобы войти в трансцендентный мир, нужно сначала доказать то, что вы из Гаудиматха. И поэтому Шрила Прабхупада сказал так. Однажды один образованный человек сказал, почему вы говорите так, что без Гаудиматха нет никакого пути. Шрила Прабхупада сказал, да, можете ли вы показать хоть одну альтернативу Гаудиматха. Если покажете, то я оставлю одежду отреченного. Но так и есть, что нет никакой альтернативы Гаудиматху, но всякие лицемеры, если они принимают прибежище в Гаудиматхе, то это не Гаудиматх. Чтобы понять Гаудиматх, вы должны понять Шрилу Прабхупаду.
Если вы хотите, а если вы сомневаетесь, то я могу показать вам, что есть что. У меня нет времени спорить и критиковать с кого-то. Я просто могу показать факты, что это вот общество настолько глупо, что сказал Шрила Бхактивинода Тхакур. Он сказал, те испорченные люди с плохим характером, они должны быть изолированы от общества. Но не все это понимают. Махарадж имеет в виду, что если какой-то саньяси не следует принципам саньяси, то и жить должен соответственно, не лицемерить и не носить одежду саньяси. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он говорит, что таких людей нужно изолировать как-то от... Ну, имеется в виду, чтобы... Ну, что какие-то люди с несовершенствами характера, с какими-то этими пороками, они не могли влиять на других и тем более ни в коем случае не были примером. И вот сейчас мода на выборы. Какие-то люди могут объединиться, спорить, но смотрите, Ямарадж, великий Ачарья, говорит, Гухьям Вишудам, вы не можете надеяться, что это обретете эту Бхагаватату Вигьян на рынке, здесь и там. Весь мир. And that lecture not going to give benefit even to me. I myself cannot purify myself. Harikatha is that Harikatha. Что такое настоящая Харикатха? Настоящая Харикатха – это то, что очищает меня и весь мир. Тот, кто говорит, и те, кто слушает. И это подлинная Харикатха. Знаете ли вы Вани Сварупу Харикатхи? Не все знают. Ну как же спасти таких людей? И я не университетский профессор, что вы можете ожидать какую-то лекцию от меня. Я не лингвист, что вы можете ожидать прекрасный язык от меня, так или иначе я пытаюсь выразить чувство моего сердца тем языком, который я знаю, и таким образом я говорю. Ну и что мы можем ожидать от чистого саду? Мы должны ожидать то чувство, которое он получил от Гурупад Падмы, прямое чувство севы. Кто будет слушать наши лекции, у нас нет времени на это. Мы хотим понять, мы хотим почувствовать это чувство. От чистых преданных можно ожидать получить их чувство служения, и это мы должны надеяться получить. Бодхьям непостижимо, но по милости Садгуру
И мы должны принять решение в этой жизни, что мы достигнем вечной обители, мы не должны ждать дольше. Смотрите на ситуацию всего этого мира. Все испорчено, и нам нет нужды ждать дольше. Рупа Госвами плачет и говорит: «О, Прабху! Ты можешь поместить меня в пещеру и зажечь огонь вокруг. Это я могу потерпеть, но я не могу потерпеть никакой сатсанги. А если у вас такое чувство, чтобы вы ожидали чистую преданность?» О Господь, я не посылай меня никакой асатсанги, я не могу потерпеть этого дурного общения. Лучше помести меня в пещеру и помести огонь вокруг. Я этот жар могу потерпеть, но не асатсангу. Это то, о чем я хотел вчера прояснить. Почему Шрила Прабхупад говорит об уникальности Гуранги? И чтобы понять это, нужно принять решение, что мы будем избегать асатсангу любой ценой. Те, кто хотят начать настоящий баджан, это должно быть для них. Иначе под именем баджана они могут заниматься чем-то, что не является баджаном. Если даже один преданный услышит меня, то как один человек спросил у Гурупадмы Шрилы Пури Госвами Махараджа, что вот вы пишете день и ночь, кто читать будет? И Гуру Махарадж засмеялся и сказал: «О, мой сын, это указание Шрилы Прабхупады, и поэтому я делаю это служение. Шрила Прабхупада дал мне ручку, и вот я пишу». И Гуру Махарадж также дал мне такое служение, и я пытаюсь его совершать. И вот Гурупад Падма говорит: если даже один человек во всем мире, он прочтет это и изменит свое сердце, то я думаю, это будет успех для меня. Я не пишу, чтобы получить имя славу, а пишу я по указанию Шрилы Прабхупады. И поэтому не столь важно, тысячу людей прочтут или один. Какое дело мне до этого? И вот, услышав так много лекций, не все понимают. И вот первое, трансцендентный звук мы не можем поймать, воспринять. У нас нет такой способности в этом. Главная проблема, что звук, он исходит и мимо нас проходит. Шрила Прабхупад говорит: так много материальных желаний внутри нашего сердца, так много оскорблений, что трансцендентная харикатха, она не попадает в наше сердце, она отражается и куда-то еще идет из-за оскорблений. Поскольку если вы слушаете от великого саду, то все равно вы не сможете понять, поскольку если у вас есть какие-то оскорбления, то эти оскорбления, они опустят ваше сознание, и вы не сможете воспринять его слова. И вот смотрите, та атма-татва, она очень сокровенна, даже вы, если слушаете много лекций, вы не сможете понять, поскольку осознать эту харикатху, вы должны принять прибежище у садгуру, иначе вы не получите никакого чувства.
И также это так, что если мы попытаемся найти во всем мире хотя бы одного, кто мог бы говорить об абсолютной истине, это очень и очень редко, практически невозможно найти такого человека. И если вы найдете хотя бы нескольких преданных, которые могут говорить об абсолютной истине, и Шрила Прабхупад, он говорит, что Гаудия Матха, он говорит об абсолютной истине абсолютным образом. Другие группы тоже могут говорить, но не абсолютным образом. И вот если у нас какое-то малейшее осквернение, мы не можем попасть на Голоку Вриндавану. Кришна, он захочет проверить нас. Кришна, он хочет проверить нас. Очень суровые испытания, чтобы мы прошли. Поскольку Кришна, не проверив, не испытав, он не позволяет никого. Если вы пройдете это испытание, то вы сможете войти в тот духовный мир. Иначе Кришна даст вам каких-то денег, положение в обществе, женщин, славы и все прочие материальные вещи. Мы не можем ожидать это настроение от человека, который действует как ачарья. И вот такой татва-вид пуруш, он очень редок, кто может говорить о татва-вигьяне из своего осознания. А если даже найдете таких, то кто слушать будет? Кто может воспринять их послание? Это Бхагаватата Вигьян, она очень, очень редка. И то есть очень тяжело, кто может говорить, а тех, кто может слушать, еще сложнее найти. А вас, кто принять это все может, еще сложнее. Это очень-очень редко. И поэтому не пытайтесь приватно понять Шрилу Прабхупаду и Бхактивинода Тхакура. Поэтому Бхактивинода Тхакура, он всегда говорил, что матхи, мандиры не нужно строить, но мы не заинтересованы в том, чтобы какое-то общество поддерживать, а мы заинтересованы в том, чтобы как-то поддерживать Гаудия Матху, но Гаудия Матху, он автоматически сам по себе может существовать. Если мы будем следовать всем правилам и предписаниям Гаудия Матху, то тогда Гаудия Матху, он будет сам по себе существовать, и ему не нужна какая-то помощь извне. Гуру Махарадж говорил, если вы сможете следовать Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Тхакура полностью, тогда автоматически Гаудия Матха будет продолжаться. И вот сейчас многие люди думают, что положение ачарьи как положение министра какого-то. То, что они делают, мы должны принять, что кто-то ачарья, вот и может заниматься чем угодно, если он такой. Но я могу вспомнить один случай. Я слышал в Калькутте, какая-то квартира была на Солт-Лейке. И вот там мать с дочкой была, семья была, мать, дочка, отец. И вот они жили в одной этой квартире. Но, ну как бы они живут, но отношения у них были холодные.
staying in one room together, father and a mother and their daughter. But actually, to be frank, they are staying isolated. They are totally. Ну, хотя в одной квартире жили, но сужиться не могли друг с другом. И вот мать однажды отругала дочь, и дочь, ей было 12 лет, знала характер матери, и когда мать ругала ее, сказала: «Не спорь со мной, я мать твоя, старше тебя». И эта дочь достаточно умна была и сказала: «Да, ты права, это твое преимущество, что ты старше, что ты моя мать и можешь делать все, что угодно, я тут терпеть должна твои выходки». Я был удивлен слышать такой разумный ответ этой девочки. И действительно так. Но имеется в виду, что... That way, that acharya post is one kind of, you know, punishment. I am not going to speak, you know, against any acharya. То есть я не говорю против какого-то ачарьи. Я могу доказать, почему я сказал таким образом. И вот чтобы поддерживать общество и и находиться в трансцендентном Гаудия Матхе как управляющий, это разное. И вы думаете, что какой-то ачарья вайшнав, он может оставить свое тело и... So long as he is going to follow in toto all the Siddhanta Vichara Bhakti Thakur Prabhupada and Gurupatva, then he can claim that he is acharya. То есть до тех пор, пока кто-то следует Шриле Прабхупаде Бхактивинода Такуру, тогда он может говорить о себе как ачарья. Если он отклоняется, то его положение ачарьи, оно под большим сомнением. Мы не должны позволять какого-то осквернения на посту ачарьи. Если мы позволим такое, то все будет деградировать. Качество и количество, они не могут существовать вместе. Сейчас мы заняты с каким-то количеством. И... Но с качеством не заняты. Мы не заинтересованы видеть качество Гаудия Матха. Если кто-то говорит, я из Гаудия Матха, то я горжусь. Я сам горжусь тем, что я из Гаудия Матха. И где мы есть? Почему мы не можем чувствовать эту гордость, то, что мы из Гаудия Матха, потому что вы смотрите, что в Гаудия Матхе происходит какая-то ерунда, и не можете поверить в это. Шрила Прабхупада говорит, те, у кого есть такая слабая, мягкая вера, они, для них это очень опасно. Шрила Прабхупада говорит, те, у кого есть такая камала шрадха, такая мягкая, неокрепшая вера. И для них это очень опасно, если они видят какую-то ересь, которая происходит в Гаудия Матхе, то теряют свою веру. И таким образом это так все. И вот и деградация честности, человечности, к сожалению, сейчас происходит и опускается на такой уровень, что даже какой-то обычный стандарт вайшнавизма мы не можем поддерживать. Недостаток идеализма. У нас нет идеализма, и мы... И
даже сейчас мы не можем достичь уровня какой-то обычной веры в обществе. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил об этом. Поддерживать организацию, чтобы нам нужны люди какие-то. Но это не значит, что мы можем позволить любому прийти и находиться как... Чтобы поддерживать духовную организацию, нам нужна какая-то сила. Какие-то люди, но смотрите, те организации, основанные какими-то раджасичными, тамасичными людьми, они никогда не могут достичь идеализма Гаудия-матх, как мы можем ожидать. И также нет никого, кто мог бы дать должный урок, научить идеализму таких людей. Откуда же они это возьмут? И те, кто в отреченном укладе жизни, а имеется в виду люди, которые видят текущее поведение саньяси брахмачари, они не верят таким людям. И даже такое уважение от обычных людей часто теряется. И вот, видя такой отвратительный характер и поведение тех, кто находится в отреченном укладе жизни, то обычные люди, они теряют всякое уважение к таким людям. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад говорил, что материалисты своим силой, властью, они никогда не могут организовать какую-то духовную организацию. Если у кого-то есть деньги, то нельзя благодаря деньгам основать какую-то духовную организацию или храм. То есть кто-то себя не может контролировать, как он может 10 храмов контролировать. Шрила Бхактивинода Тхакур никогда не был против Гаудия Матхов. Но он сказал вот эти слова, что мы не должны строить слишком большие храмы или другие какие-то здания. Почему? Почему великие ачарьи, как Шрила Прабхупад, Бхактивинода Тхакур, они говорят так? Поскольку если мы сможем построить матх или мандир, то кто может контролировать этот храм? Где эта могущественная духовная личность? Кто будет влиять на обычных людей и следовать, чтобы не следовали всем правилам, предписаниям, если они сами не могут следовать, как другим могут. То есть такие люди думают, что все правила и предписания для других, а не для них. И поэтому Госвами Махарадж никогда не хотел строить никакого матха. Или Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, они знали, что почти никто почти не сможет следовать всему. И вот однажды два брахмачари спорили друг с другом на какую-то тему. И Шрила Прабхупад был в этом библиотеке, и Шрила Прабхупад. И вот они спорили. И Шрила Прабхупад, он вышел из библиотеки и пошел встретиться, пошел к этим брахмачарям, которые спорили, но увидел их спор. И вот они увидели, что Шрила Прабхупад пришел, а прекратили говорить, и Шрила Прабхупад сказал, что это я ответственен
Сейчас у вас есть возможность спорить друг с другом. Это моя вина, почему я построил храм. Вы должны жить в лесу. Должны были бы жить в лесу. Может, в предыдущем ашраме вы жили в каком-то... Ну, в каком-то там... Ну, в шалаше каком-то, и сейчас... И вот в Бхагаватам говорится... Мати значит ум, разум. На санскрите мати это женского рода. И в Бхагаватам говорится, если ваш ум ведет себя как целомудренная женщина, тогда вы обретете благо. А если ваш ум действует как какая-то проститутка, то как чистоту ума вы обретете? Пытайтесь понять это, не гневайтесь, пытайтесь понять. И беспристрастно смотрите на это. И вот смотрите, если ваш ум, поскольку Кришна уже в Гите говорит, вы должны вести себя на английском. Есть такая пословица, что Бог помогает тем, кто помогает сами себе. И это очень хорошая пословица. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, не пытайтесь строить какие-то большие храмы и мандиры. Обусловленные души, они слабые, могут под именем храма какую-то ерунду сделать. Поскольку у вас нет шаранагати, вы не можете доказать, что у вас есть шаранагати. И Бхагаван Си Кришна, он ответственность за вас берет. Я знаю, какие-то матаджи совершали баджаны в Навадвипе и во Вриндаване. Я хочу взять пыль с их лотосных стоп. Вот Кришна мой диди. Вы знаете ее имя, она ученица Шилы Сидар Госвами Махараджа, моего Крупад Падмы. Я хочу взять пыль с ее лотосных стоп. Она была великая преданная, она совершала баджан в Навадвипе. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, внешняя одежда чин, он не столь важен, а гораздо важнее чувство человека, сколько преданности у него. Я знаю, какие-то вот матаджи, они жили так, и они уже ушли из жизни. Они день и ночь повторяли харинам, плача. И все время они так повторяли харинам с огромным чувством, думали о Кришне и его трансцендентных деяниях. Я знал одну матаджи, которая слепа была, она не могла видеть. Но... И вот она одна с палочкой ходила, получала даршан Рада Дамодара. А если мы глупы, то можем спросить, как вы можете видеть Господа, зачем вы на даршан идете, если вы слепы. Но на сердце могла видеть Рада Дамодара и Сиданта. Это бесконечная Сиданта, мы должны понять ее. И в Гите Бхагаван дает нам такое... такую гарантию. И вот он говорит, будьте уверены, что я всю ответственность беру на себя. Шрила Бхактивинода Мадхава Госвами Махарадж, он говорил своим ученикам,
И Мадхава Госвами Махарадж написал к одному ученику, который был полон анартх, и вот он написал: «О, мой сын, ты хочешь набрать того и сего, но ты не знаешь, что мы саньяси, мы пришли из дома без всякой копейки денег, но Кришна, смотри, так много послал нам». Мадхава Госвами Махарадж говорил в своих письмах, я Махарадж книгу напечатал, вот это жизнеописание Шрилы Бхактивилакхитирты Госвами Махараджа. И вот лет 7 назад где-то эта книга опубликована была, и там говорилось, что: «О, мой сын, смотри, я не могу совершать настоящий баджан». Мадхава Госвами Махарадж говорит: «Смотри, я не могу совершать баджан, но все же Кришна так много дает мне. А если я смогу совершать настоящий баджан, то что Кришна не сделает для меня? Что Кришна не сможет сделать для меня, если я буду совершать настоящий баджан? Кришна, он не слеп. Смотрите, я не совершаю настоящий хороший баджан. Не прошу денег ни у кого, но все равно все приходит, все книги публикуются, все происходит. Я не могу сказать, как это случилось. И я очень благодарен Гуру Варге и ее советам все время. И я не предатель, чтобы выступать против них. Я очень благодарен, и как это возможно? Где Кришна говорит: те, кто думают обо мне непрерывно, без всякого, непрерывно, без перерывов, те, кто поклоняются мне, совершают баджан, те шам для них, значит, я беру всю ответственность за них, все, что нужно, я пошлю им. И то, что уже есть у них, по милости Гуру Вайшнавов и по милости Баладева, все, что они имеют, это моя ответственность защитить их и все, что у них есть. Я дам, защищу то, что есть, и пошлю то, что нужно. Не должно быть, а если у нас нет никакой пристрастности, никакой склонности к наслаждению, то почему Кришна не поможет нам? В Бхагаватам, вот в этой шлоке говорится, что зачем вы льстите каким-то богатым людям? Те, кто слепы, они очень слепы, они не могут видеть, кто вайшнава, что такое дама и все остальное. И вот та слепая Матаджи, сам Кришна заботился о ней. И вот если кто-то думает, что может контролировать храм, то часто можно видеть, такие люди свой ум и тело не могут контролировать, не то, что что-то еще. И Рупа Госвами Пад, он говорит, первый признак, вот Вачо Вегам Манаса, вот это шлока из Упанишамрита, это признаки саньяси. Рупа Госвами Пад через эту шлоку Вача Вегам,
Etana Vegana Vishaito Jobisha Diraha Sarva Apinam Pimam Pithivim Sasisha. It is the quality. Это качество. It is the identification of an acharya. И вот это. Это признаки ачарья. И мы должны следовать этому. И вот тот, кто не контролирует свой ум и чувства, как он может контролировать какие-то храмы, всякая ерунда получится. Шрила Прабхупад никогда не одобрил этого. И, конечно, Шрила Прабхупад он смог основать 46 матхов, поскольку у него была сила, и Шрила Кешава Госвами Махарадж, он имел такую способность. Он и Шридхар Махарадж, и такие великие ачарьи, я знаю. Шрила Шридхар Дев Госвами Махарадж или Шрила Госвами Махарадж. Они сами никогда не хотели строить матхи, они очень смиренны. Когда их приглашали проповедовать где-то за пределами Индии, они говорили: мы, я не готов, я недостоин этого делать. Вы должны изучать наследие Шрилы Шридхардева Госвами Махараджа, он великий саду. У меня нет никакой зависти, пристрастности. Вы можете верить или нет, это зависит от вас. Я прошу вас, чтобы вы изучали наследие Шрилы Шридхардева Госвами Махараджа. Читать его книги, книги Шрилы Кешава Госвами Махараджа, но я не могу позволить вам изучать труды каких-то обманщиков, чтобы помочь вам прекратить совершать асатсангу. Я могу действовать различными способами. Если вы следуете мне, то я могу помочь как-то сделать, чтобы у вас не было возможности совершать асатсангу. Я очень... И Кришна может взять всю ответственность на себя. И Рупа Госвами Пад говорит, тот может контролировать весь мир. He can arrange, he can give, you know, rules and regulation. There is great sadhu. They have their controlling over their sense of mind, everything. It is possible for them. И тот саду, который может контролировать свой ум и чувства. То есть просто говорить и не действовать в соответствии с тем, что говорится. И я много раз говорил об этой шлоке. То есть те, кто только дают наставление всем, но сами не следуют тому, что говорят. То есть есть такие эти советчики. Но по-хорошему мы не можем давать советы, те советы, которые мы сами не следуем. А если мы сами пытаемся следовать всему, то тогда по милости Гуру Вайшнавов мы сможем давать те советы другим, которым мы сами следуем. И Махарадж говорит то, что мы не должны давать советы другим, которые не проверили в своей собственной жизни. Это разрушит весь мир. В шастрах об этом говорится.
И смотрите, что сейчас происходит. Шрила Прабхупада говорил, проповедь без ачарана, она подобна карме. И вот это слова Шрилы Бхактивинода Тхакура. Бхактивинода Тхакура говорит, если мы можем получить, то есть кто-то проповедует, чтобы получить какие-то деньги, признания. Просто для кого это способ заработка, но Шрила Прабхупада сказал то, что нет, это не наша цель собирать деньги. Нам не нужно собирать много денег. Мы никогда не должны стремиться к этому, поскольку эти собранные деньги, они убьют нас. И Шрила Прабхупада говорит, нет, это совсем не наша цель и обязанность собирать много денег, поскольку это большое количество денег в итоге убьет нас, как Равану. Равана, он пытался собрать кучу богатств, но что в итоге с ним случилось? Он умер. И каждый может говорить лекции, но кто может показать своим примером, это главное. Это главное. И вот почему наша Гуру-варга, большинство из них, они не хотели строить большие храмы, поскольку они знают, что в итоге никто не будет следовать, а если кто-то следует, то поддерживать никто не будет. Какие-то ачарьи И вот Шрила Прабхупада, он был вынужден организовать мадх. Почему Шрила Прабхупада сделал строил храмы, поскольку это было указание Панчататва Гуру-варги, всей нашей Гаудия Гуру-варги. Они пришли к Шриле Прабхупаде, когда Шрила Прабхупад совершал нама-ягью. Они пришли и сказали, иди проповедуй, как я могу проповедовать, у меня нет денег, положения в обществе, власти, людей нет, нет, мы все пошлем тебе, иди проповедуй. И поэтому Шрила Прабхупад, он был вынужден проповедовать, и Шридхар Девгасай Махарадж, он считал себя недостойным для проповеди. Посмотрите, насколько смирен он был. Но Шрила Прабхупад дал титул Шили Кешава Госвами Махараджа, Шили Сиддхартха Госвами Махараджа. Однажды Шрила Прабхупад был вынужден сказать, что я думаю, что может после моего ухода кто сможет проповедовать. И вот сейчас у меня есть надежда, поскольку из нашей Гурваги, как Кешава Госвами Махарадж, как Сиддхартха Госвами Махарадж, и вот они хотели защитить учение, они совершали Ванисеву. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он произнес эту шлоку, смысл в том, что если вы можете защитить Шраутавани, Амнаевани, то тогда вы сможете проповедовать, иначе не пытайтесь, иначе
получится какая-то ерунда, и чтобы потом позитивно проповедовать после негативной проповеди понадобится много времени. Можно видеть, что люди, которые никогда не говорят об учении Шрилы Прабхупады, не следуют ему, но день явления Шрилы Прабхупады отмечают. И вот Шрила Прабхупада, он по указанию Панчататвы организовал великую миссию. 64 Мадха основал в соответствии с 64 видами преданного служения. И более того, Шрила Прабхупад хотел основать мат в каждом сердце. Сарабинду Рай, он сказал ему, что вы очень успешно более 50 матхов организовали, а Шрила Прабхупад сказал, 50 матхов – это ничто. Что вы говорите? Это 50 матхов – это ничто. Я хотел основать Гаудия Матх в сердце каждого, каждой души. Ну, по крайней мере, в сердцах людей. Конечно, Шрила Прабхупад, он был опечален, видя внутреннюю ситуацию его миссии перед уходом. Это такая лила была. И Шрила Прабхупад был немного разочарован вот это, тем, что случилось перед его уходом. Он не ожидал никогда, что такое случится. Он не думал, что нужно выбрать какого-то ачарью. Почему? Поскольку Шрила Прабхупад, он был совершенен. И он знал, что ачарья, он сам проявится. Почему я должен идти выбирать кого-то? И тогда будут говорить, что можно выбрать ачарью. Но нет, ачарья сама проявится. Шрила Прабхупад знал, что кто-то из нашей гурварги, несомненно, они станут действовать как успешные ачарья. И вот и была какая-то группа против Шрилы Прабхупады, они жили как бы рядом в том же матхе, но были против. И вот Шрила Прабхупад, он не чувствовал необходимости выбирать какого-то ачарью, поскольку если бы Шрила Прабхупад так сделал, то потом выбирали бы ачарью. Но Шрила Прабхупад, он был уверен, что кто-то из моих учеников, они следуют мне на 100%, и я уверен, что если я уйду, они смогут проповедовать всю татву должным образом, они смогут действовать как ачарьи, поэтому почему я должен показывать, что можно выбрать ачарью? Нет, ачарья сама проявится автоматически через гуру севу, он может проявиться, вам не нужно, но так или иначе, что он назначил одного менеджера, чтобы тот поддерживал миссию, он написал в письме, до тех пор, пока Кунджо Бихари Видьябушан здесь, он будет находиться в положении менеджера, то есть он будет управлять всей миссией. Он знал очень хорошо, что чтобы управлять Гаудия миссией, должен быть какой-то могущественный, самопроявленный ачарья. И также может быть две причины, почему Шрила Прабхупад он сказал так. То, что ачарья никогда не может быть выбрат выборами. Ачарья, он самопроявленный. Почему? Есть две причины. Почему Шрила Прабхупада, он не чувствовал необходимости выбрать и назначить какого-то ачарью? Первое, может быть, Шрила Прабхупад смог осознать, что
кто-то из его подлинных последователей, они достойны. Они получили полную гуру-крипу. И с гуру-крипой, гуру-севен, они самопроявлены, только время может доказать. Мы должны подождать и увидеть, что они самопроявлены ачари. И вот Сила Прабхупад не думал необходимым, чтобы выбрать какого-то ачарью. И кого же выбрать? И поэтому в то время ситуация была другая. Сила Прабхупад был антарьями, он как сверхдуша знал все, и вот он знал, что если, по крайней мере, Шрила Прабхупад хотел сказать, что если они смогут с такой Сиддхантой продолжать и совершать севу, то это очень хорошо. Новые ачарьи могут... Мы должны следовать пути Экаян Пантхи. И Шрила Прабхупад также никогда не одобрял эту процедуру выборов. Я уже... И также другое могло бы быть. Also another possibility can be there. Reason can be there that Srila Prabhupada never wanted. То, что Шрила Прабхупад никогда не хотел показывать такой это способ выбора ачарья. That's why I told yesterday a big group from a big international mission there, missionary, they came to us. И вот однажды к Шри Пури Махараджу или кому-то пришли спросить, у нас ритвическая система или нет. И вот мы... И вот мой Гурудев однажды сказал одному этому ачарье, что «О, Махарадж, у меня вопрос к вам, почему вы назначили кого-то ачарье, столько криминала в его жизни падал постоянно, зачем вы ачарье его назначили?» И вот он сказал своему брату Боге: «О, Гурубай, а кого же делать? Кого же сделать ачарьи? Кому отдать всю ответственность за это общество?» Я поэтому никогда не хотел начинать этого общества. И кого же сейчас сделать ачарьи? Никого нету. Я не хочу его имя назвать. Когда он оставлял тело, то все ученики сказали: «О, Махарадж, вы оставляете этот мир, вы должны выбрать какого-то ачарью». И Махарадж засмеялся. И он сказал: «Кого же сделать ачарьи? Я не вижу никого достойного». И если вы не сделаете ачарью, то наша миссия развалится, что же делать? И Махарадж ответил: «Я основал эту миссию по желанию Гауранги Махапрабху, и если по желанию Гауранги Махапрабху эта миссия развалится, то я не буду возражать, но не буду выбирать ачарью в этом случае. Я создал эту миссию по желанию Гауранги Махапрабху, и если это желание Махапрабху, чтобы эта миссия развалилась, то пускай развалится, и все же я не буду сделать неправильный выбор. Неправильный выбор значит
вы убьете следующее поколение. Джагадананда Пандит говорил очень громко. Он говорил такие слова. English translation you want to hear? Not possible in this short, you know, time. But still I'm going to speak. Jagadananda speaking. И вот Джагадананда Пандит говорил, если кто-то провозглашает, что я Шри Чайтанья Махапрабху, я совершаю баджан Шри Чайтанья Махапрабху, но этого недостаточно. Мы должны следовать всем правилам и предписаниям этикету, который показан Гурангой. Шрила Прабхупада также говорил, те, кто следует всем правилам и предписаниям Гуранги Махапрабху, то автоматически они могут проповедовать. Автоматически проповедь может совершаться ими. Им не нужно на западные страны ехать, наоборот, они сами все придут к ним. И обычные люди очень глупы. Джагадананда говорит, что мы и вот Джагадананда Пандит, вот он говорит, что совершать Кришна Баджан на показ — это плохо. И те люди, которые делают это на показ, они за ним, то можно видеть, что и занимаются они параллельно какой-то ерундой. Но Гуранга Махапрабху с помощью Майи, он поймает такого человека. То есть на показ что-то делать — это плохо. То есть если человек на показ одно делает, а в отсутствии зрителей другое, а глупые люди из-за своего из-за своей ограниченности они не понимают. И вчера я говорил вот об этой шлоке. Снигда Шишья, те, кто принимают свою сиданту, который Гурудева, он, несомненно, ачарья, может, он не дает посвящения, но все же он самопроявленный ачарья, и вам не нужно провозглашать, что он ачарья, такого сиданта. И наша мое внешнее проявление Гуру Сева не может доказать, что я Снигда Шишья. И вот внешнее проявление Гуру Вайшнава Севы не может доказать, что этот человек Снигда Шишья. Это не так просто. Тот, кто, чье сердце находится в полном гармонии с сердцем Гуру Падпадмы, тот, кто может принять всю сиданту Гурудева и в полной гармонии, то он, несомненно, Снигда Шишья. А Снигда Шишья значит гуру. Тот, кто совершенный ученик, тот совершенный гуру. И гуру, Шри Гуру может открыть всю мистерию баджана Снигда Шишья своему подлинному ученику. Гурудев, он может увидеть его сердце. Гурудев, может, он ушел уже в вечный мир, но оттуда он смотрит на нас. На нас, если мы совершим какую-то ошибку, он может дать нам указания. Что вы говорите, а сами не следуете, но кто может спасти меня, и я хочу спасти. И будьте осторожны, то, о чем я говорю, мы должны следовать сами. И если Гуру Махарадж
Он дарует нам свою полную милость, Шри Гуру может проявить суть баджана своему подлинному ученику, Снигда Шишья. Нет никакого секрета, который Гурудев не мог бы открыть своему подлинному ученику, Снигда Шишья. И вот таким образом мы можем увидеть эту ачарьятву. Я хочу получить пыль со стоп таких подлинных ачарьи. И I can give one by example. You can remember Dukhi Krishna Das, Shyamananda Prabhu was the successor of Hriday Chaitanya. Kalna, his part was Kalna, Hriday Chaitanya. Hriday Chaitanya was the blind man. Gauridas Pandit. Gauridas Pandit. Он был с Гауридасом Пандитом в его преемственности Дукхи Кришнадас. Расикананда, он был в этом тоже в полном гармонии с своим Гурудевом. И также я могу показать вам, если вы не можете поверить мне, вы можете прийти ко мне, я покажу, как это возможно, что с Шьямананда Прабху, Расикананда Прабху. Иногда было какое-то большое собрание людей. Какие-то люди приходили, хотели дикшу получить. Шьямананда Прабху говорит: о, дай дикшу ему, как Расикананда вроде. Но нет, он давал этому Шьямананде. А как это возможно, если они не находятся в гармонии? И то, что он не сам дикшу говорил, а просил дикшу дать ученика своего ученика. И как это, почему это происходило? Расикананда Прабху, Бхагавад Дхарма настолько великолепна, настолько научна. Что это возможно только через Бхагавад Дхарма. Даже птицы и звери, и те могут получить милость. В жизни Расикананды Прабху мы видим, какой-то сумасшедший слон хотел убить его. И вот там был какой-то этот землевладелец, хотел убить этого Расикананду и натравил на него сумасшедшего слона, и слон, крича, побежал на него, и Расикананда Прабху, он показал Абхай Мудру, мудру бесстрашие, и сказал: о, ты, жизнь за жизнью, ты проявляешь свое безумие. И сейчас ты тоже проявляешь безумие, почему бы тебе не начать совершать Кришна Бхаджан? И что случилось? Этот сумасшедший слон, он пришел и поклонился тому Расикананде. И Расикананда, он дал Харинам Махамантру этому слону. И Гурупад Падма, он дал Махамантру одному теленку, который бегал вокруг, носился. И он такой, как олененок, это теленок, и Гуру Падма произнес Хари Кришна Махамантру в ухо этому теленку. И я был удивлен, видя милость Гуру Махараджа. А может, Гуру Махарадж знал, что вот эта душа по ошибке родилась в теле теленка. И вот Бхагаватата очень научно, очень прекрасно, что даже звери, животные и птицы могут получить милость и защиту от Гуру и Вайшнавов. Только Бхагавад Дхарма это позволяет.
какая иная дхарма, поскольку это санатан дхарма, вечная дхарма. Саната значит санатаноти, вечно существующая, вечно расширяющаяся. И вот, но другие дхармы, они в другом, как, то есть не все могут, только Бхагавад-дхарма имеет такую уникальность. Я хочу сказать только то, что говорил Шрила Прабхупад в первозданном виде. И вот я хочу сказать, и вот из Махабхараты я могу цитату привести, чтобы вы поняли. Я собака моей Гуру Варги. Бхактивинода Тхакур говорил много раз в моих письмах и книгах. Я провозглашал, что я собака моей Гуру Варги, и поэтому я говорю так, это обязанность собаки, так защищать своего хозяина. И вот из Махабхараты я могу привести несколько примеров. И вот вчера я пример приводил. И вот Шрила Прабхупад говорит, смотря на результат, мы можем видеть все, что происходит. И вот и вот на берегу Ганги я уже говорил много раз ранее, на берегу Ганги дерево нима и манго, они растут, и по их плодам можно понять, где манго, где ним. И так по плодам можно понять, и также по сиданте, по поведению это автоматически случается. Гуру Парампара, она неплоха. Мы можем зависеть от Гуру Парампары, но вчера я говорил Бхагават Парампара и Гуру Парампара, и мантра Парампара. Шрила Прабхупад уже показал, что мантра Парампара, и все это должно быть в гармонии, и тогда не будет никаких обрывов. Поскольку в мантра Парампаре можно какие-то обрывы найти, но Бхагават Парампара это все восполняет. The bad name attributed to the Vaishnavas due to the deviations of the renunciates, those who are going to take a step into renunciation order, there will be some of them doing all rubbish. The bad name attributed to the Vaishnavas. И вот дурная слава вайшнавов из-за того, что те, кто находится в отреченном укладе жизни, ведут себя недостойным образом, вот это происходит. И поэтому и Прабхупад говорит, и вот против людей, находящихся в отреченном укладе жизни, есть дурная слава, поскольку
какие-то такие отреченцы ведут себя очень недостойно. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, это мое желание, то, что чистые вайшнавы что такие эти недостойные отреченцы должны быть изолированы. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, такие падшие души должны быть изолированы, а вайшнавы, чистые вайшнавы, они должны давать наставления всему миру. И, к сожалению, сейчас число ложных отреченцев увеличивается, но сейчас пришло время нам отстраниться от них. А кто это делает? Даже я сказал, что если весь мир он отвернется от меня, то я все равно счастлив. Если никто не будет слушать меня, все равно я счастлив. В Сурья Кунде я хотел говорить с Сурья Нарайана Бхагаваном, никого там не было. Я говорил Харикатху перед Господом по 5-6-7 часов в день. Я говорил Харикатху там, и кто слушал? Только Господь слушал. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, пришло время, чтобы изолировать себя от них. Большинство из отреченцев находится под влиянием Кали. Но все, к сожалению, поддерживают их. И вот большинство отреченцев находится под влиянием Кали, будьте уверены. И те преданные, которые находятся, настоящие отреченные, таких очень-очень мало. Очень редкий случай. Мы слышали от Шрилы Бхактидайте Мадхва Госвами Махараджа, он говорил, что Нароттам Прабху, он идеальный брахмачари. Много раз на день явления или ухода Шрилы Бхактивинода Махараджа я могу более подробно говорить о нем. И вот Шрила Бхактидайте Мадхва Госвами Махарадж говорил, что Нароттам Брахмачари, он идеальный брахмачари. Никогда в своей жизни брахмачари, его жизнь безупречна. И те, кто, если те, кто находятся в отреченном укладе жизни, их жизнь не безупречна, то что они могут проповедовать? Те преданные, находящиеся в отреченном укладе жизни, их количество очень мало. А причина в том, что до тех пор, пока человек не откажется от всех материальных желаний, и до тех пор, пока он не будет поддерживать безупречное поведение, чтобы занять себя в воспевании святых имен, и вот еще до тех пор, пока человек, который не оставит все материальные желания, и до тех пор, пока он не будет поддерживать безупречное поведение, чтобы и не займет себя, чтобы занять себя в воспевании святых имен, то он не может до тех пор поддерживать свою чистоту. И вот чистота не значит мыться 5 или 10 раз в день. Чистота значит непрерывная поддержание чистоты ума и тела перед всеми преданными. Если мы будем просто говорить на показ, но внешне ничему не следовать, что живем в одиночестве, никто не смотрит, но это лицемерие, и Майя-деви нас побьет меня тапком. И
нам не нужно приглашать Майдеви, она сама придет, поскольку Кришна. И вот я уже говорил об этой шлоке. Не, сложно поддерживать чистоту. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что непрерывно мы должны повторять Харинам. Наш идеализм, характер должны быть чисты. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что если количество отреченцев увеличивается постоянно, то это наверняка шутки майи, это влияние майи. Иначе никакой причины, по которой количество отреченных увеличивается, нет. Ну, а, еще другая. Другая еще причина. И вот другая причина во время посвящения таких людей в отреченные, никто не смотрит на их качество, достойны ли они быть отреченными или нет. То есть сейчас саньясу раздают как пирожки, поэтому количество отреченцев увеличивается. Шрила Бхактивинода Тхакур вечного мира, они видят, плачут, видя такое положение. Мы хотели дать им такое, но они не могут принять это. И количество отреченцев, людей в отреченном укладе жизни, если увеличивается, это наверняка злая шутка Кали, или раздают отреченный уклад жизни всем, несмотря на качество и достоинство кандидатов. Каждый хочет стать гуру, никто не хочет быть учеником, а я хочу стать учеником, вы можете научить меня. Я хочу учиться, я так много узнаю нового от различных преданных, но не думаю, что я шучу. И в результате этого Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что количество таких недостойных отреченцев увеличивается, и социальные проблемы от этого увеличиваются, и и в итоге Вайшнава Дхарма может развалиться. Шрила Бхактивинода Тхакур, плача, предсказывал это еще 150 лет назад. Он осознал, что майя может влиять так. Но так или иначе, чистый поток должен быть, чистый поток чистого бхакти. Если человек после принятия саньясы станет, а вот если человек после принятия саньясы попадает в ловушку материальных желаний, он должен признать свое падение и вернуться в предыдущий ашрам. Такое бывает, ну, а такое бывает, что саньяси детей заводят, будучи саньяси, но такие саньяси должны
вести себя достойно и признать свое падение, и там, жить с женой, воспитывать детей, а не лицемерить и носить одежду саньяси. И лучше, если такие ложные саньяси будут жить как домохозяева, а не саньяси с женами. Но опять же, возвращаясь к предыдущему ашраму домохозяина, то право свое прежнее имя брать у него нету, поскольку он отрекся от него уже. И Махарадж говорил об этом. Вот лет 10 назад, ну, это слова Шрилы Бхактивинода Тхакура. Бхактивинода Тхакура говорит, что такие люди сейчас, они вне ашрамы и варны, они вне варнашрамы. Они могут жить семейной жизнью, но вне варнашрамы. О варнашраме. Варнашраме – это очень обширная тема, но не все ее поняли и попадают в майю под именем женитьбы. Хотели спасти кого-то, а попали в майю. Кто-то слушает харикатху, но все равно попадает в майю. Из-за чего? И те, кто нарушает эту саньяса-дарму, должны вернуться домой и жить честным домохозяином. Но, к сожалению, такого не происходит. Все равно они дают лекции, учат других, собирают деньги. И я был очень опечален, видя... И, к сожалению, сейчас Вишва Вайшнава Раджа Сабха испарилась как камфора. Кто может теперь указать место таким людям? И поэтому много всякой ерунды происходит. Repentance and by giving up hypocrisy, he can absolve himself from his fallen state and earn. Только раскаянием можно. Если человек такое сделал, то только падший саньяси, только искренним раскаянием может. А еще падший саньяси не должен опять носить эту одежду саньяси, поскольку это все лицемерие. И как мы можем ожидать, если Шрила Бхактивинода Тхакура уже сказал, может, эта тема затянется, чтобы открыть ваши глаза, я покажу, что показал Шрила Бхактивинода Тхакура. Это обязанность ачарьи, чтобы защищать сиддханту. Учение Шрила Бхактивинода Тхакура говорил, чтобы прекратить это неправильное положение дел в обществе для очищения, чтобы все это сделать, прекратить неправильное положение дел в обществе, это обязанность ачарьи. Но кто-то может обидеться на такие попытки. И если кто-то будет возмущаться, это значит, что я успешен в представлении этой идеи. Кто-то может даже пытаться убить, но это тоже признак успеха. И вот
Почему Шрила Прабхупад говорил так или иначе, я приведу пример из Махабхарата, Пураны, Бхагаватам, чтобы доказать уникальность Ачарьятвы Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад всегда хотел говорить так. Мы не хотим видеть внешне в этом какую-то временную ачарьятву. Шрила Прабхупад хотел показать нам вечную ачарьятву, а мы заняты этим своим обществом. Кто-то говорит, что вот какой-то ачарья выбрал другого ачарью, но посмотрите со стороны. Ну, в общем, мы должны определить, кто есть кто. Из Махабхараты я могу привести пример, но в следующий раз, сейчас времени мало и конец. И в следующий день я буду более подробно с примерами говорить на эту тему. Кришна Бхагаван говорит Удаве: «О, Удав!» Удав спрашивает, почему тот же гуру, та же парампара вроде есть, а почему что-то нарушается, как это возможно? Удав спросил у Кришны. И Кришна Бхагаван отвечает. Кришна говорит: и вот эту шлоку я объясню завтра. И из-за различия в человеческой природе, автоматически из-за их прежних самскар, они и вот из этого различия кто-то начал следовать принципам, показанным предыдущие гуруварги, а кто-то начал следовать каким-то безбожникам. И это я объясню дальше. И много вопросов приходит от разных преданных, и сегодня я хочу, вот Васуда Словения спрашивает, а времени мало, в следующий раз отвечу. А вот спрашивают практический пример осквернения бхакти, кармы, гьяны и йогой. И вот вот вопрос делания йоги для здоровья хорошо или не очень. И вот я отвечаю раньше. Раньше было возможно следовать нама санкиртане с великим энтузиазмом, петь, танцевать во время санкиртаны. Раньше это было возможно. Я сам также во время Гуру Махараджа тоже танцевал как обезьяна на санкиртане, все знают, но сейчас я не чувствую, что могу танцевать. И возраст сейчас у меня больше, но... И вот просто танец значит, это проявление вашего сердца. Это проявляется в танце и песне, а просто какой-то танец без чувства – это плохо. Раньше можно было следовать этой процедуре нама санкиртана с энтузиазмом, а сейчас то окружение, то обстановка потерялась, прошла. И Махапрабху также он сдерживает себя, и когда если какие-то
посторонние люди, он сдерживает свои чувства, Шрила Прабхупада также. И вот чтобы контролировать свой ум, вы можете принять помощь от пранаямы йоги, но эта пранаяма йога вы можете совершать, она одобрена Кришной в Бхагаватам. Кришна говорит о пранаяме, но вы должны делать с чувством бхакти. Даже тогда, когда вы совершаете пранаяму, ваш ум должен быть непрерывно в связи с Кришной, с Нитьянандой. Но цель, ради чего вы хотите? Сохранить здоровье, Махапрабху говорит. Как я могу поддерживать свое тело? Оно как насекомое. Оно... Я вот бесполезен, я хочу поддерживать это бесполезное тело, как оно как насекомое, что толку, если я не могу совершать Кришна Бхакти, это должно быть. Вы можете делать, найти какое-то подходящее время, чистое место, сконцентрироваться на лотосных стопах Нитьянанды Дамешвара Гура, Панчататвы Шрилы Прабхупады. Непрерывно не должно быть никакого этих никакого нарушения, поскольку если я говорю 2,5 часа, например, то или 3 часа, то у нас нет времени и возможности говорить о чем-то еще до тех пор, пока я нахожусь в связи с Шрилой Прабхупадой. До тех пор, пока я не нахожусь в связи с Шрилой Прабхупадой и Бхактивинода Такуром, я не говорю, не могу говорить об их учении, но вы спрашиваете, поэтому я отвечаю. И вот, чтобы контролировать ваш ум и тело, вы можете принять помощь пранаямы и йоги, но... Но если, но все равно все внимание вы должны, точнее, но если все внимание оно уделено Харинам Санкиртану, Харикатхе, Харинаму, то тогда нет нужды в чем-то еще, но ваши все действия, даже пранаяма йога, она должна быть связана с бхакти. А если вы нарушаете, как кто-то, например, совершает экадаши для здоровья, и вот говорят, если следуете экадаши, то здоровье хорошее будет, но это глупо. Если мы с таким настроением соблюдаем экадаши, что толку от такого экадаши? Нет, мы совершаем экадаши не для чего-то, кроме бхакти. Бхакти, она может родить бхакти, а без бхакти что-то мы совершаем бхакти, чтобы получить больше бхакти. Нет никакой другой причины. И вот ваши все действия должны быть связаны с бхакти деви. Now second answer, second your question. One devotee. И вот следующий вопрос. Практический пример осквернения бхакти кармой, гьяны и йогой. One devotee in one march cooking for Google. И вот преданный готовит для Господа подношение, но за зарплату. И вот какой-то преданный, в общем, готовит для Господа, но за зарплату. Это вот карма осквернено, его бхакти нечистая, может, посвящение есть харинам, но все равно карма осквернен. И это становится примером осквернение бхакти кармой, как Капат Гуру Сева, например, те, кто служат гуру за зарплату. То есть внешне они совершают Гуру Сева, показывая, насколько они чисты, но внутри ведут себя как проститутка, ожидая, что их сделают ачари или еще что-то дадут.
А карма мишра бхакти, я могу привести пример Рунтидева. Рунтидев, он был успешен в своем карма мишра бхакти. Рунтидев был на 100% успешен в своем карма мишра бхакти. Он мог связать все с Кришной, с Брамой, с Паракилишором, и поэтому Рунтидев был успешен, хотя он был в карма-марге. Карма-марг значит карма-йога. Это было как успешен, в общем, в своем карма-мишра-бхакти. Я уже объяснял раньше, лет 7 назад, и раньше тоже, то, что Рунтидев был успешен, поскольку он смог связать все с Кришной, и поэтому он достиг успеха. А Бхарат Махарадж не был успешен, поскольку Бхарат Махарадж, он совершал баджан в Непале, там, в этом, на берегу реки Кали-Гандаки. Это святое место, но Бхарат Махарадж не достиг успеха, поскольку он постепенно отклонился от пути баджана, а Бхарат Махарадж, смотрите, его баджан был гораздо более возвышен, чем баджан Рунтидева, но успеха он не достиг, поскольку отклонился. День за днем он отклонялся от пути баджана, уделял внимание олененку. И вот он так не смог совершать баджан. И вот смотрите. Гьяна может найти применение в области каких-то личных, персонального положения. Например, у нас есть гьяна, мы пользуемся этой гьяной, лекции даем, деньги за них берем, то эта гьяна бесполезна получается. То есть, если эта гьяна вместо преданности дает нам какое-то личное превосходство, то это пример осквернения бхакти гьяной. Майавади тоже они пользуются этим преимуществом. Прохлад Махарадж, он был гьяна мишра бхакти, но Прохлад Махарадж был успешен. Нрисимхадев был очень доволен им. И йога, если она совершается для того, чтобы получить какие-то йогические совершенства, но так или иначе, в Гите говорится, Бхактина Такур объясняет не без... Без поддержки бхакти мы не сможем достичь никакого результата. Читание Читамрити, это говорится, любое достижение на любом пути, но чтобы это обрести, везде нужно немного бхакти. И вот йога, если она совершается, чтобы получить йоговый бхав, какие-то йогические совершенства, это пример осквернения бхакти йогой, но Рибху Риши, Радхарани, великая Радхарани, лотосные стопы Радхарани, им поклоняется сам Шри Кришна, но Радхарани говорит: «О Прабху», она говорит Кришне: «О Прабху, о Кришна, ты должен пролить милость на этого Рибху Риши». Я была в различных лесах Вриндавана, в Камьяване, и вот там Рибху Риши совершал свой баджан. Очень опасно, никто не мог побеспокоить его, и вот он достиг успеха. И вот сейчас времени мало, и вот Сабари Риши, он совершал йогу, но его йога была нарушена из-за оскорбления. Сегодня времени мало, вот нужно идти.
Если какие-то ошибки совершил, то простите меня. Если какие-то сомнения, спрашивайте, чтобы я мог услышать и найти решение вашим сомнениям. Это моя просьба. Дарани варахарук гаураджанам, джанакадикаваса ласнигдападам, пранамамишада прабхупадападам, пранамамишада прабхупадападам, пранамамишада прабхупадападам, ванча калпатарусаке пасиндубавиша, патитанан павану бхавишна, джо намо.